Ребят, всем привет! Ну что, стоим мы у причала, опять поменяли его. Стоял здесь танкер, сейчас он стоит вот здесь, а мы тут. В общем, погода не выгружная, идет снег, они даже при сильном ветре не работают. Что уж говорить о такой погоде. Красота. Города не видно. Люблю такую погоду. Сразу вспоминается родимый Архангельск, где у нас всегда много снега. Блин, обожаю эту погоду. Готов, не знаю, бегать, прыгать от счастья. Тем более в апреле. Это может последний снег в этом году. Точнее, этой весной. Так что надо радоваться, ребят, любой погоде. Что еще сказать? Не спешим, 3 дня выгружаемся, еще 2 дня простоим. Нам-то что? Контракт подписан, зарплата не меняется. Работаем.